Пища должна быть вкусной и правильной. Теперь гастрономической культурой ульяновцев будет заниматься агентство здорового и социального питания. Повышение квалификации поваров, формирование сбалансированного рациона в школах, детсадах и больницах и полный контроль качества. Также в план входит образовательная программа для работников общепита. На совещании при главе региона обсудили работу нового государственного органа. Самые первые в Российской Федерации начали движение в этом направлении и поставили перед собой задачу сформировать основные подходы к развитию системы здорового социального питания. Агентство станет площадкой взаимодействия между властью и гражданами, бизнесменами и общественниками. Сотрудники этой организации будут вместе проводить регулярные проверки в пунктах питания. В комиссии будут входить и представители исполнительной законодательной власти, представители общественности, бизнеса, эксперты. Соответственно, возглавлять агентство будет наблюдательный совет. Проект новой структуры утвержден губернатором. Сотрудники агентства приступят к своим обязанностям в начале декабря. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.